Как любое, собственно говоря, азиатское государство, построенное по принципу «вассал моего вассала, мой вассал», то в случае исчезновения руководящей и направляющей роли партии страна начнет распадаться на другие такие же, собственно говоря, каганаты, и, собственно, образуются там, я думаю, там чеченский отдельно каганат, там отдельный каганат, там какой-нибудь екатеринбургский, новосибирский, ну и далее по списку. То бишь, я думаю, что будет водораздел, но это, в общем-то, создание любой империи, оно подразумевает жесткое тоталитарное управление, а в случае исчезновения этого давления, ну, оно приводит к распаду империи. Ну, так называемой империи, потому что империя определяется, собственно говоря, не неким экономическим потенциалом. А экономика, 13-я экономика мира с ВВП там, меньше 1 триллиона, мягко говоря, с исчерпающимися постоянно ресурсами, с нефтью, которая содержит такое количество серы, что мы ее вынуждены попродавать по, в общем-то, не бросовым ценам, у нас же не просто так существует бочка марки бренд, то есть мы даже торгуем нефтью-то некачественно, поэтому будет каганат распадаться.